За разработку эффективной биотехнологии производства и масштабного использования органического микроэлементного комплекса в промышленном птицеводстве. Воронину Сергею Петровичу, генеральному директору компании «Биоамит». Уважаемый Михаил Владимирович, члены правительства, большое вам спасибо за такую высокую оценку нашей работы. И я хочу сказать, что вот этот проект – это яркий пример частно-государственного партнерства. Почему? Потому что и правительство Саратовской области поддержало этот проект, и фонд содействия инновациям. И в 2015 году мы стали первыми резидентами Сколково, когда там открылось направление биотехнологии в промышленности и в сельском хозяйстве. И благодаря вот этой поддержке мы сумели, ученые, сами себе купить здание, сами построить опытное производство и создать лучший в мире микроэлементный комплекс. Почему? Потому что мы сегодня в 10 раз можем уменьшить количество микроэлементов в составе комбикорма и тем самым спасти, так сказать, наши птицеводческие, свиноводческие, так сказать, хозяйства от загрязнения марганцем, цинком, медью. Поэтому инновации в сельском хозяйстве – штука непростая, но впереди у нас большая работа, потому что этот микроэлементный комплекс мы уже сделали и зарегистрировали для растениеводства. Поэтому покой нам только снится. Спасибо.